И, конечно же, внукам в России, с чем мы вас и приехали поздравить. Привет, жевчане! Что вы стоите? Важных грузов в самые отдаленные уголки страны. Являюсь генеральным партнером 22-х Олимпийских. Сюда встретить Адонис Олимпиады, Олимпийской части Новосибирской Республики, города Ижевска, сейчас участники эстафеты Олимпийского огня. Просто восторг, и сегодня полночи вообще не спал, ворочался, как будто бы когда-то перед соревнованием в юности. Город замечательно встретил, но я вчера сам приехал только из Москвы сюда, прогулялся по городу, изучил свой маршрут. В общем, было хорошо, праздничные гуляния, вся центральная площадь была заполнена людьми, работали аттракционы. И, в общем, я думаю, что горожане жили в предвкушении эстафеты Олимпийского огня. Сборная команда России. Олимпийских игр 2014 года. Сочи, напоминаю, галерей стрельбы, спортсмены, женские футбольные команды.
Yeah.
Ну все, начинаем. Вот мои мечты, говорю, сбываются на восьмом десятке. Все думала, какие люди несут, кому это доверяют. А оказывается, всем простым людям и мне. Еще, друзья! Считанные метры остаются до нашей сцены. И сейчас к нам на сцену прибудет Олимпийский огонь. Финальный факелоносец эстафеты. Всем хорошего настроения и доброго продолжения!